Ягуар, Япония, кстати, написано. Japan. И опережая вас, ваши вопросы, вчера привозили 3 или 4 штуки. Ну вот, вот, вот так срезают. Добрый день, компания OEM ZAP. Зима. Продолжаем серию роликов про полный привод. Вот наконец-то взяли за этот автомобиль AX55 2010 года, 3 литра дизель, пробег 230 тысяч. В чем особенность? На двигатель, не на двигатель, точнее на машину устанавливалось два вида коробок. Одна это корейская была, и на ней идет чашка дифференциала, которая заканчивается на номер 550, и есть самая распространенная коробка, это айсиновская, она ставилась на Volvo, на Mazda CX-7, CX-9, и сама программа и производитель этой коробки не дает этого корпуса номера в замену. И как раз вот айсиновская коробка к нам приехала, мы сейчас ее снимем с вами, посмотрим, что там, посмотрим этот корпус, чашку дифференциала, попытаемся его подобрать и вернуть автомобилю полный привод. В общем, уже приступили к разборке, снимаем кардан. В принципе, визуально все выглядит так же, как и на всех машинах. Есть раздатка, есть коробка. Тут чуть сложнее, придется опустить подрамник и снять коробку. Это показывать не будем. Встретимся уже, когда коробка будет ближе. Для тех, кто проживает не в московском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Вот он наш Владимир. Здравствуйте. Да, сорвал он коробочку, вот ее уронили. Смотрите, что у нас с вами. Промвал, раздатка, он же угловой редуктор. Вот нету тут такого прям уж критичного чего-то. Можно, естественно, сейчас начнутся хейтеры всякие у нас там писать, что да, все плохо. Нормально, видели мы и похуже, все почистим, смажем, будет отлично. Коробка как коробка. Единственное, что вот фирма Айсин ее делает. Вот даже ее тут, это селектор. Ингибитор, если уж что-то будет совсем до слов докапываться. Итак, сейчас снимаем крышку, снимается она одинаково. Добираемся с вами до самой чашки дифференциала, посмотрим, посчитаем. Там был, я читал где-то на форумах, там отличаются они от 550 чашки количеством болтов, которые крепят, ну понятно, там формой. Сейчас это все проверим, посмотрим. Итак, вот мы достали наш дифференциал. Само устройство-то такое же. Здесь 16 болтов. Вот они по окружности крепят. Не знаю, как на других коробках, но думаю, точно так же. Сейчас подберем чашечку и узнаем, какая же она все-таки здесь стоит. Итак, прошли сутки, ну точнее день. Мы с вами разобрали. Итак, напоминаю вам, что 550-я чашка, которая вот идет на корейских там коробках, уж не знаю, кто их производит, и айсиновская вот эта коробка, они не по совпадают. Здесь на корпусе вот дифференциала идет 16 болтов, когда на той чашке, которую вот некоторые, и в некоторых машинах она все-таки ставится, 12 болтов, плюс вот эта форма сама тоже, ну, неважно, не совпадает. В итоге сальник привода, там, кстати, что интересно, по программе, напоминаю, что это у нас AX55, даже сальники не дает, то бишь сальник привода один. Это у вас, который будет правый, под раздаткой стоит в коробке, вот он его номерочек, кому нужен, маздовский. Сальник привода, правая сторона, вот этот сальничек производителя Cartecco. Вот она тоже, номерок, надеюсь, пригодится вам. Он стоит вот здесь, вот он, его поставили новый. Под ним стоит игольчатый подшипник. И сальник левого привода Land Rover.
Вот вам номер. Ягуар. Япония, кстати, написано. Japan на Ягуар. Ладно, это левый привод. Что хотелось бы вам сказать по корпусам. Смотрите, здесь натерпелись за несколько дней много всего. Посмотрели видео, почитали. Итак, вот он наш старый. На нем подшипник. Подшипник, если кому-то поможет, стоит фирмы Коя. Сейчас я даже найду вам, где это написано, этот воронов Коя. И номер его, если верить, ну, я думаю, что вы сможете, если будет кто-то заморачиваться, где-то в мире подшипников найти. Вот он, ST6594. На один это на внутренней части, на внешней обойме без единицы просто стоит. Итак, с чем столкнулись, в чем была проблема. Видите, здесь вот он, шлицы вообще просто фантастические. Опережая вас, ваши вопросы, как таковой, фирма Aisin не предоставила этот элемент ни в сборе чашку, ни в сборе дифференциал. Она вообще не, программа не раскидывает коробку, то бишь, если у вас пропал полный привод, то условно, типа, меняйте коробку, не знаю, нету, где бы мы только не лазили, не дает. Умники в нашей стране что делают? Вот она, эта чашка, ну, вчера привозили 3 или 4 штуки так называемых восстановленных, сейчас много на разных интернет-ресурсах, где что есть. Вот так вот они по шлицы срезают под этот перепад ее. Да, сюда покажу. Ну, условно, вот. Вот. Вот так срезают. Это старое, видите, изношено. Ну, это другой чашки. Ну, просто мы пробовали, это же интересно было. И сюда наваривают шайбу. Типа с нормальными шлицами, уже нарезанными. Не знаю, токарь исполняет, либо тоже с нормальных дифференциалов они срезают. И когда срезают они вот здесь, они его обваривают. И затем вступают в дело, что нужно убрать сварочный шов. Они берут, шлифуют и зашлифовывают настолько вот эти все, что посадочное место под сальник стирается. Соответственно, сальник гуляет, он вообще не выполняет никаких своих функций. Самое опасное, что подшипник вот этот, он должен напрессовываться, сидеть плотно, но это всем понятно. Он садится рукой на упорное место, то есть когда вы соберете коробку, его зажмете, он просто прокрутится и сгорит. К вам приедут недовольные люди или вы будете недовольны, поэтому это полная шляпа. Мы поездили по Москве, 5-6 человек нам предлагали разные услуги, и все сводилось к тому, что в исполнении это было просто ужасно. Плюс на рынке представлены еще, если кто читал, чашки отлитые где-то там. Неважно где, никто не говорит, типа усиленные, расширенные, цена такой чашки варьирует где-то от 25 до 30 тысяч, ну и видимо пользуется тем, что новая коробка за 300 стоит, либо если вести бэушку, тоже наверное 1100 будет. Они берут, чашку отливают, но сразу предупреждают, что вот эта шлицевая система, она не совпадает с раздаткой. И что нужно брать еще вал раздатки, к этому приклеивают еще там 20-25, и таким образом 1060 хотят просто за два элемента непонятные, выполненные из какого металла и что они вообще сделали. Мы же нашли корпус без номера, но нашли, честно скажу, на разборке, хозяин согласился, сами видите, что шлицевая в очень отличном состоянии, причем коробку при нас разобрали, мы достали дифференциал, с него сняли чашку, забрали подшипник, обойму, вот собрали. Интересный тоже момент, видите, как стоит масляный фильтр, он тоже несменный, чтобы его поменять, нужно снять, ну, разобрать коробку, снять масляный насос, и сам то масляный фильтр коробки, его тоже не дается по программе, мы его трогать не будем. Соответственно, вот так вот, сейчас мы ставим сальнички в крышку, собираем коробку и ставим обратно на машину, и потом с вами уже проверим, когда полный привод, надеюсь, появится. Ну все, мы поставили коробку. Вон, видите, полный привод вернулся. Счастливый мастер
Даниил проверяет, все крутится. Так что, ребят, всем удачи. В общем, в принципе, если заморочиться, то все чинится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем поможем. До свидания.